В Иркутске ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать 4 дня – с 15 по 19 декабря включительно. В эти дни в городе будет идти подготовка к событийному мероприятию «Ледовый город. Счастье чистой воды». Более подробная информация о местах введения ограничений размещена на сайте региональной службы потребительского рынка и лицензирования. Ведомство обращает внимание, что запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на объекты общественного питания.